Недавно в игре вот так добавили возможность строительства, и именно поэтому я со своими друзьями устроили между собой билд батл, чтобы узнать, кто лучше умеет строить постройки из того, что нам дали разработчики в этом обновлении. И в конце мы позвали рандомного игрока Трашина, чтобы он выбрал победителя своей честной оценкой. А вот, в принципе, и мои друзья. Это всем известный Вугабунга, Чел, он, кстати, со стеной сливается, и ДК. Да. Чтобы начать, нам нужно избавиться от этого красивого домика для начала. Так что давайте разорвем его! Разрываем его! А что это с Глиферком, его тоже ломать? А, Вуга, вот ты где! Мой дом! Я вызову полицию! Итак, вот что осталось от нашего домика, который нам не нужен был. Ну, смотря кому. И сейчас мы можем начинать, но перед этим я скажу правила. Мы будем строить свои постройки в течение 1 часа. И у каждого будет лимит деталей. Каждый сейчас будет делить детальки с друг другом. Так что погнали. Моё. Теперь разбираем территорию. Вот этот квадрат, это моё всё. Вот этот мой квадрат. Вот это моё. Вот так. Всё, давайте, таймер. Начинается на счёт 3, 2, 1. Час пошёл, погнали. Так, хорошо, мне нужно побольше платформ. Для начала. Которых я набрал. Я, честно, не знаю, зачем они. Так, столбики. Вот эти маленькие штучки. Они мне очень пригодятся, не зря я их набрал. Ставим платформу. Вот так. Ё-моё. Так, пока что, конечно, интересно получается, но я еще не закончил. Поэтому приступаем к следующему пункту. Нужно все клеить льдом. Да, кстати, это видео создается просто по фану, чтобы мы показали свои способности архитекторов. Короче, вот таких вот. Да куда? И последняя пластинка льда у меня осталась. Вот так вот. Хорошо, мне уже нравится. Не обращайте внимания, что тут ничего нету. Это просто лужицы. Далее время строить домики. Но прикол в том, что я израсходовал почти все материалы на каркас. Но... Слушай, это мне надо, я так набрал. Ты мог... Кстати, вы все могли на халяву вот так столбики прикреплять и забирать. Это было бы быстрее. Лестница. Сам ты лестница. Блин, я тоже. А, точно. Забор. Нужно построить забор. Так, у нас проблема, у нас нехватка строительных материалов. Дмитрий, этот столбик висел над твоей кучей. Так, вот здесь будет ход. Хорошо. Дмитрий, вот, занес назад. Хорошо, а теперь мне нужно срочно строить дома. Быстро, нужно придумать какую-то хрущевку, которая пойдет. Вуга, короче, давай устроим небольшой коммунизм. Давай будем тырить их запчасти. Все. Правда, мне кажется, коммунизм немного не так работает, ну ладно. Домики должны быть теплые, потому что это где-то над, не знаю, над океаном расположен. Кстати, о диванчиках. В каждом моем доме будет мебель моего производства. А нормально, прикинь, ты заходишь в дом, а тут диван. Прям на весь дом. Живешь на диване. Это же отлично. Ну да. Е-минус. Вот не знаю, ну станешь с куфом. И все. Вот так. Ставим сюда заборчики. Давай. Так. Ставим сюда заборчики, и потом хорошо все будет. Это призраки тебя подкидывают. Так, хорошо, у меня есть целый дом с диваном, причем завидуйте. Остановка с диваном. А у меня коричневый есть. Да сам ты остановка, ты здесь жить будешь. Если меня кикнет, скорее заорите, пожалуйста.
кто? Ладно. Хорошо. Так, ставим вот сюда столбик. Вот так. Блин, низкий заряд аккумулятора. У меня еще 30%. А у меня больше вас всех. Блин, будет очень сложно на заряд. Кстати, реально, вы забыли, что на зарядке можно еще играть? Зарядите, пожалуйста, если меня кикнет. Да мне надо. Я согласен, что у всех получается какая-то имба, а у нас какое-то говно. Согласен. У меня остановка, зато с бассейном будет. Ожидите, поздравляю, вот такой диван ты можешь получить, но взамен на ту короткую, маленькую вот эту вот. Спасибо. Вот. Все, вот твой диван, вот здесь положу его. Спасибо. Да, не штука. Почему? Поставим вот сюда вот одну штуку. Построим, да. Что за муха летает тут? Это что? Вот это что? Это моё. В принципе, мне нравится, как оно выглядит. Так, а где забор? А, вот забор. Хорошо. Вот так. И, в принципе, это почти готово. Но мне интересно, сколько осталось на таймере. У нас осталось полчаса. Почему мне кажется, что у меня похоже это на какой-то дом рыбака? С бассейном. И больше креатива. Как говорится, больше креатива. Так что я возвожу дом на доме. И на данный момент я имею вот такой прекрасный домик, но я не знаю, что правда с ним делать. Здесь есть домик, батут, бассейн, домик, а еще домик. Тапок, дай мне тапок. А смотри, вдруг ты не записываешь. Кыш отсюда. Дерево. Нужно еще дерево. Так, я достроил. Поднимите руки те, кто уже достроил. Я достроил. Ну давай достраивай тогда. Итак, вот что у нас получилось. Итак, поскольку таймер уже закончен, мы сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Ну, погнали ко мне тогда. Я провожу экскурсию вам, поэтому я впереди. Смотрите, здесь у нас немного тает лед. Вот здесь у нас вход в мое государство маленькое. Здесь бассейн, он замерз. Это домик. Тут диван, тут панорамное окно с видом на море. Здесь у нас смотровая вышка, чтобы смотреть, какие чудики к нам приходят. А вот здесь, по веревочке, можно забраться еще выше. И здесь есть диван. Давай, чел, теперь ты экскурсию проводи. Это батутный дом, тут можно... Ура! Батуты! Че, все, у тебя больше ничего нельзя делать? ДК, проводи экскурсию. Ух, какая лесенка. Фига, диван богатый. Тут можно поездить, прикольно. Вот на мой второй этаж. Тут у меня еще один диван, который я купил. У меня. Сервис батут. Также еще смотровая вышка и, скорее всего, вентиляторы до... Можно сдохнуть тут. Пойдем попытаться делать вентиляторы до буги-буги. Вот, это цех. Это цех. Тут работают обезьяны на банан. Это больше тут на камин похоже. Тут можно залезть наверх и улететь просто. И улетаешь просто. Это еще дым такой. После работки можно либо попасть в бассейне. Вот нет, это не бассейн, это фонтан. Это уже православная церковь наша любимая. Ой, это мое. Это VIP-место. Ни одного челика искать? Одного, ну может двух, если захотят. Окей. Сыночек, это ты что ли? Да, ты видел, я тебя поздравляю, ты счастливчик, который согласился пойти с Дмитрия ДК. Короче, смотри, братан, как тебе? Каримо. Пусть будешь Карима. Каримов. Смотри, это моя постройка. Это постройка Дмитрия ДК. Это постройка Вуга Бунге. А это постройка чела, который у нас, к сожалению, только что разрядился. И тебе нужно оценить наши постройки. Сейчас ты станешь маленьким и попробуешь каждую из них. И дашь свой комментарий. Оценивать можно от 1 до 5. Ладно.
Четверочка? Жесткий, не просто так на приколу говори. Хорошо. Он ко мне идет! Тройка. Ну, сказать, это двойка. Двойка. Только из-за второго этажа двойку. Это постройка чела. Итак. Было хотя бы лед. Так. Фи, было троечка. Хорошо, спасибо тебе. Троечка.